2017 год выдался для села Черевково Красноборского района урожайным на различные общественные инициативы. Вот и решили создать некоммерческую организацию, которая помогала бы реализовывать эти самые инициативы и искала бы ресурсы для воплощения полезных идей. Вот уже 2 года здесь официально работает НКО «Наша Родина Черевково». Сохранить архитектурный облик села, привлечь сюда туристов, помочь в развитии культурно-досуговой жизни людей, привить любовь к спорту и здоровому образу жизни. Такие цели сегодня ставят перед собой общественники. За время существования ресурсного центра удалось реализовать целую серию масштабных проектов. Нами был проведен форум молодежи Красноборского района в 2019 году. Форум был направлен на повышение экологически грамотного поведения среди молодежи. Общественники также приняли участие в подготовке 500-летнего юбилея села. Своими силами они отремонтировали актовый зал в местном доме культуры, помогли с оборудованием, а также принимали почетных гостей на самом празднике. Еще одна гордость инициативных черевковцев – облагороженный парк Победы, к 75-летию которой здесь установили скамейки, провели освещение и обновили обелиск. А еще недавно силами добровольцев был восстановлен разрушенный мост. В 2010 году участвовала в региональном конкурсе среди некоммерческих организаций. И мы направили также наши силы на то, чтобы построить мост среди 2 населенных пунктов, очень маленьких, но при этом мост имеет очень большое значение для этих жителей. Итак, силами добровольцев у нас решилась проблема пешей доступности людей, которые живут в небольших населенных пунктах, к магазинам. Благодаря местному мастеру Татьяне Борисовне Зиновьевой здесь развивается почти утраченная ракульская роспись по дереву. А еще в Черевково есть выставка наличников прямо под открытым небом. И все желающие могут оценить красоту северного деревянного зодчества. Сохранять детали и архитектурные памятники также помогают общественники. Мы хотим реализовывать инициативы в сфере культуры, развивать спорт на территории. Мы хотим сохранить облик Черевкова, который имеет очень много элементов сохранившегося деревянного зодчества. Вместе с тем мы хотим сохранить и возобновлять ремесла, которые свойственны нашей территории. Возрождать давно забытые местные ремесла, развивать волонтерское движение и создавать инфраструктуру для активного отдыха – такие задачи ставит перед собой сегодня ресурсный центр.